Добрый день, друзья! Это дальневосточная тайга, Сихотолинский хребет. Вот пришел на старое место, я здесь уже в четвертый раз. Обычно здесь была шишка, и много шишки. Прям идешь и прям вот одну поднимаешь, вторую видишь, одну поднимаешь, вторую видишь. Вот такое место получается, вот вершина такого хребта, и вот тропинка идет. Но не протоптанная тропинка, не видно, чтобы здесь оходили. А вот сюда, получается, тропинка идет. Я близко уже не буду подходить. Вот, может, там где это. Вот такое получается вниз туда, да? Вот такой откос. Не буду, короче, рисковать. Ну, где-то высота, может, четырехэтажный домик. Просто чем приятно это место, то, что я здесь уже был. И здесь реально мы собрали когда-то бригадой 5 человек за неделю. Вот 240 мешков шишки. Вот, вот такие просторы. Солнышко, вон, мне оно, получается, будет слева впереди бежать. Вот, вот такой, вот такая высота. Ну, где-то километр поднялся. Шел, получается, час. Ну, у меня суставчики проблемные. Получается, я восстановился. И вот сейчас пойду. Там вот впереди, я знаю, много кедрача. Я оттуда пришел, я просто немножко по краешку шел по правому. Вот если я сейчас как камеру держу. А сейчас пойду по левому краешку. Вон там кедрача много. Самое интересное, что вот на елке много, а вон висит шишка. Вон висит, сейчас увеличу. Сейчас увеличу. Вот видите, ну мало, реально мало. Вон видите, там несколько штучек, там может быть их там штучек 5, да, в клубочке. Вот на елке много шишки. Вот, ну чтобы видео были по 2 минутки. Вон кедрач есть. Ну, пустоцвет. Пустоцвет. Ну, приятно все равно пройтись по старым местам. Прям воспоминания. Но одну шишку я реально нашел. Одну шишку я нашел. Сейчас я вам покажу, пока поднимался. Так, извиняюсь. Вот, иду я по хребту. Вот так выглядит шишка. Ну, бывает. Я вот в тот раз здесь нарвался, 24 мешка собрал. 24 мешка собрал. Вот, кедровые шишки. На кучу. Кучу собрал. Кучу собрал. Вот я с посохом вот так двигаюсь. Вот так мешки у меня за спиной. На голове с гордостью кепка 4 лайф. И вот иду вот так по тропинке. Очень красиво, сегодня прекрасный день, бабье лето, разноцветные краски. Вот так идешь по тропинке, просто шикарно, шикарно, шикарный отдых. Парень, с которым я забросил сеточку, может, рыбку поймаем, там нашли ямку. Вот, может быть, будет у нас уха, может, жаровня. Так, идем, шишку собираем, песенку поем. Ну вот так. Вот такой лес-тайга. Вот там, вот туда вниз. Шикарно. А вот там напротив. Мне возвращаться домой на солнце. Чуть-чуть левее. Ну все, сейчас иду. Я там места знаю. Там плата. Вот сейчас опять немножко поднимаюсь. Ну все, я... Душа спокойна, я побывал на старых местах и убедился, что нет, огрызанная эта шишка есть. Получается, зверь паданку кушает. Кушать надо. Вот так идем по тропинке. Так идем по тропинке. Ну, получили представление, да? Как будто по лесу погуляли. Ну просто в те года туда ходил.
туда ходил. И прям по тропинке шел и прям собирал. Шикарно. Ну, одна. Вот видите, вот такие камни. Красивое место. Я хотел сюда попасть. Маленькое желание исполнилось. Хотя не просто было. На работу вышел. Вот такие камни. На работу вышел. Сегодня ночь отстоял на смене в кочегарке. Вот такая природка. Ну вот даже вот я когда сюда поднялся, нашел одну шишку. Ну, обглоданных там много. Ну вот и на дереве нету ее. И на дереве нету. Ну зато если бы была, то была. Ну еще может быть будет. Мы на три ночевки запланировали. Вообще вот такое. Там лесок такой. Смешанный. А вот здесь кедрач. Вот такой кедрач. Сейчас вон там будет такое площадочка, и там кедрача много. И в том году, в те года были, кабанами все перетоптано. Ну все, это уже видос будет такой. Через ютубовскую ссылку домой, когда приеду. Ну что сказать. Дорогу осилит идущий. Через 8 речек переехали на Приусе. Просто товарищ просил не называть его. Просьба. Конфиденциальность. Вот очень хороший человек. Дай бог. Профессионал. Ему во всех сферах жизни благополучия. Ну и я молодец. Душу порадовал. Вот кедрач. Пустые макухи. Вон, видите? А нет, вон есть, смотрите. Вон есть, идем на сближение. Ну давайте уже реально, чтобы было. Если подойду сейчас, найдем шишку и выключу камеру. Как меня папа учил, если ты ножи кидаешь до результата, пока получишь результат. Вот такой лес. Вот под этим висит там с десяточек. И это не топтанная тропа. Нету следов прям таких, чтобы типа потоптали. Ну вот кедрач. Здесь пусто. Вот такие кедры. Вот, вот она, вот так она выглядит. Маленькая. Ну, так, ради приличия. Все, уже две шишки. Час прогулки по лесу. А вообще это объеденной много. Объеденной много. Ну все, шишку нашли. Вот так зверь кушает. Молодец, имеет право. Ну все, зачет. Я побывал на этом месте, проверил. Вон висят. Ну давайте уже. Все равно длинное видео получилось. Ой, вот выбор куда. Справа обойти, слева обойти. Вот такой лес. Красота. Красота. Ну, смотрим в радиусе 5 метров. Начинаем с той стороны, где покат падает и катится по наклону. И вот здесь любимое место. Бывает, если упадет в ямку, в ложбинку. Вот такой кедрач. Да, здесь я в лесу 6 часов темнеет.
Поэтому надо часиков 5. Сейчас где-то 3:30. Вот через 1.5 часика уже двигаться в обратный путь. Вот так. Ну вот, вот погрызенная. Погрызенная. Вот. Ну, зачет, зачет. А то знаю место. Во, есть. Вот, шишечка есть. Погрызанная, правда. Это поражена вот так грибками. Тоже, видите как. У меня вот такая сумка из-под муки. Очень удобно. Вот такая сумочка. И за спиной 8 мешков. 8 мешков. Вот, погрызанное много. Погрызанное много. Вот, погуляли. Около костерка посидим. Вот отсюда она упала. Вот такой лес. Наверх залез, а поверху легко идти. Вот такой гриб растет. Видите, природа какая. Кто понимает. Вот, вот так смотрим. Такие грибы. Кто понимает. Клен вот растет классный. Твердое дерево. Из него делать. Ну вот давайте вот под это рясная такая кедруха. Интересная, может, она чего-нибудь даст. Вон какая богатая. Ну вот, была шишечка. Была, была, была. Ну, будет прогулка по лесу. Была шишечка. Елка сухая. Ну, двигаемся, двигаемся. О, во, во, шишечка есть. Смотрите, я вам сдалека сейчас покажу. Вот, сейчас туда под нее пойдем. Вон она. Есть родимая. Видите, и вон рядом. Вот, есть. Ну все, я пока вот тушу камеру. Подойду, если будет результат, то покажу. Ну все, смотрите мой YouTube-канал Стороженко Владимир. Как я и обещал, пропагандирую физический труд. И покосом занимаюсь профессионально третий сезон. Ну, это обглоданное уже не будем брать, пусть доедают зверята. И шишкуем, и дрова заготавливаем. И сейчас в котельную еще устроился. Так что это, надо работать. Надо работать, жить, поживать, добра наживать. Ну давайте, уже длинное видео. Хорошо, подойдем, чтобы уже закончить. Если есть, то есть. Вот так елка падает, умерла. Вот такая кедруха, такая мощная. Давайте сейчас уменьшу. А с этой стороны вот такой тут лес простой. Ну вот смотрим. Вот она. Вон там. Ну вот, есть погрызанная. Погрызанная есть шишка. Была. Вот погрызанная. Прогулочка, прогулочка. Сейчас-то легко идти по хребту, идти легко. Вот. Вот так мы собираем. Вон там, да? Вон кто идем большой. Да, понимаю, длинное видео. Ну, что умно сказать? Все умные вещи, смотрите,
Владимира Древс в Ютубе, в Инстаграме. Смотрите, Николая Сапсан. Ну вот прошло сообщение, что его не стало уже с нами. Вот такая шишка. Да. Смотрите, Дмитрия Троцкого. Вот кого надо слушать. Дмитрия Троцкого. Павел Дмитриев. Вот там кладезь мудрости Веды на любую тему. На тему денег, на тему отношений с детьми, в семье. Предназначение свое найти. Вот это тоже кедруха. Вот это тоже кедруха, смотрим. Ну по-честному, все по-честному. Ну нету. В смысле есть, но зверь погрыз. Вот видите, как кушает. И грибок кушает. Брондучки кушает. Есть. Вот. Вот такая шишка. Ну это, конечно, зверю оставляем. Все. Ну, давайте еще к этому дереву подойдем. Большое. Длинное. Ну, природа, природа. Как будто погуляли. Вот с этой стороны. О! Все, мы победили. Мы победили. Третья шишка. Зачет. Третья шишка. Вот так она выглядит. Вот так она выглядит. Вот это можно и... Вот так. Вот так, мешочек. Вот. Все, зачет. Так что все, победили мы. Ну-ка посмотрим еще. Главное, не на земле лежала, а на ветках. Поэтому ее зверь как бы и не успел скушать. И пока отсюда, в эту сторону. Так что все как по книжкам. Вот, вот такие кедрухи. Поднял около дерева. Голову поднял кверху. Кедр нашел. Пошел к следующему. Вот видите? Покушали. Звери, молодцы. Покушали. Не будем брать. Ну, как грибы собираем, да? Идем и собираем. Конечно, результативно, кто ребята верхолазы лазят по деревьям. Вот, гнилая. Нормально ее видно на листве, все хорошо. Вот тоже кедруха. Молоденькая. Должна быть крупная шишка, если будет. Так, а я перевалил уже за сопочку. Надо меня на солнце держать. Надо меня не уходить на другую сторону сопки. Так, а вообще надо было идти мне по хребту. Вон береза попадала ветром. Ну все, друзья, да, смотрите YouTube канал, там будут продолжения. Стороженко Владимир, плюс 7 924 123 24 44. Вон солнышко как, да, сияет. Помогай Бог.